Всем привет! Мы на реке Свирь. Предстоит турнир «Максимальный вес». Идем на дикий пляж. Будем ловить сама. И познакомимся поближе с относительно новой наживкой. Последнее обновление к нам пришла она. Это сальник. Такая большая личинка больших жуков. Например, как майский, июньский, там жук, или это жук-носорог. Личинка крупная, сантиметров 5 достигает. Вот сейчас будем пробовать ловить сама на нее. Говорят, хорошо клюет. Вот сработал у нас ассистент, на паузу поставил. Хорошая вещь, ассистент мне теперь понравилась. Можно спокойно, чтобы чем хочешь заниматься и играть в турниры. Вот у нас клюнул. Левая донка, три донки, я забыл сказать, три донки, наживка сальник, по яму. Вот, пожалуйста, больше 50 килограмм сом. По опыту, здесь вот на Свири, это победный сом. Обычно килограмм 30, там боты ловят. Все, что больше, победный. Вот, попробовали это новую относительно личинку. Сальник, кроме томов в реалии, если брать. Игра, она близко к реальности. Это не близко, она то же самое повторяет, что и в реальности. На эту личинку, вот голавлю в частности, больше килограмма пойдет на уху. Тут же варим уху. В реалии на так, эту личинку ловят и карпа, и карася, и сазана, допустим. Ну и сама. В игре вот мы ловим на нее сама. Не знаю, опять же, как трофейный сом, но вот такой, в таких реках, как вот Волхов, допустим, здесь, можно вполне играть максимальный вес. Зацепилась покрышка. Также коптим ее. В реале, конечно, коптить не будем, а в игре, да, можно ее коптить и использовать как средство пропитания. То есть делаем вывод, что вполне и даже очень вполне играть турнир, тем более видим дневной турнир, что мы обычно реже клюет днем, а после обеда, если. Также спокойно вытаскиваем. Вот и карп попался как раз. Также его можно закоптить безболезненно для кармы. И вполне 23 порции пойдет, коптим. То есть будем в следующий раз ловить сама, не только на пиявку, как мы пробовали, а вот новая наживка, вот эта относительно новая. А голавль так ведет, понятно, только его лучше на хлыст, конечно, ловить. Будем использовать вот эту вот личинку под названием сальник. Она может быть разных жуков. Вот, кстати, еще победный сон. То есть вполне сальник подойдет. Три донки по ямкам. Дикий пляж. Реки Свирь. Максимальный вес. Наживка сальник. Подходит к концу турнир. Спиннинг. Достали. Эликсир. Все как обычно. Турнир закрытый, соответственно, очков получаем. Вот. 34 с лишним. И спрятанная наша табличка. Очень хорошие призы. И путевка, и эликсир. Ну, в смысле, и ремкомплект. Все, что нам надо. Вывод, сальник хорош для максимального веса, то есть для сама. Вот все, что ниже, мы поймали сегодня во время турнира. На донку, на сальник. На этом будем заканчивать. Уходим на базу. Продаем то, что надо закоптить, закоптили. Уху сделали там из одной рыбки с головы. И убираем яд с организма, похмеляемся.
До свидания, до следующих турниров.